мама говорит, а я болезненная очень была. Я еще, тем более, в России приехала или с эвакуации, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. Вот. В смысле, вас загнали туда? Нас сразу загнали. Пойдемте, я расскажу. Да, сейчас быстренько прихвачу, так что на пол дивана что будет. Вот пошли мы. Завезли нас в лес. Ехали. В лесу машина останавливается. Немцы вылезают с кабины. Всех выбрасывают с кузова. Вот. Идите куда хотите. Вот. Дальше не повезем. Вот тут опять началась кутерьма, шло несколько машин, вот, и выгрузили, и у кого мужики были, те на саночках были вещи, и все, а у нас ничего не было. Меня на руках несли, потому что я не могла идти. Потом до какой-то деревни доползли, мама рассказывала, говорит, я только Богу молила, чтобы нам хоть до деревни бы доползти, потому что вот по обочине канавы, говорит, сколько, говорит, замерзших людей с семьями вот так лежат в обнимку все и замерзшие. Вот. Ну вот дошли мы до какой-то деревни, там она... Это уже было где приблизительно это было? Это, наверное, в Белоруссии уже были мы. Вот. И это самое... Ходили по миру, побирались. Мы с Васей больше всех куров набирали. И картошки, и это самое, так как мы маленькие. Потом мама там что-то сменяла. Вот. И мужчина сделал ей санки. Вот сделали санки, и она что делала? В чайник или картошки горячие клала, или кипятку наберет. Меня сажает между ног. Чайник ставит, меня закутывают головой, вот, и вот так они меня везли. Ну, я уже теперь не знаю. А куда везли-то? А ехали, куда глаза глядят. Все идут, и они идут. На вот. Запад, да? На запад? Ну, наверное, это самое. Раз на Белоруссию, дальше куда-то. Да. Куда что там, Польша? И это самое, куда они там шли, я не знаю. Мама не очень рассказывала. Только рассказывала, что вот по миру ходили, все это. Хорошо помню, она говорит, мы как-то вечером поздно шли, вышли партизаны. Вот. Пришли, говорит, еще помогали нам санки тащить. Сами, говорит, чуть живы. Вот, просили хлеба. Мама говорит, какой у меня хлеб, картошка там была, говорит, я им отдала, говорит, мы пойдем по миру. Нам подадут опять, ребенок маленький. Ну вот. Мамы не подавали. У мамы золотые зубы были вставлены. Мамы не подавали. По миру ходила. Ленинградка. Вы живете хорошо, жили хорошо. В общем. Вот такие разговоры, да? Такие разговоры слышала всегда. А мы это сейчас... Беларусь, да? Так? Или... Ну, это я уже не знаю. Потом где-то, наверное, Прибалтике тут это нас в одно место собрали, всех зарегистрировали в эшелон, телячьи вагоны и повезли в Германию. Я сегодня до зари встану, по широкому пройдусь полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было.